В законе «Главный человек» по таким названиям в областной библиотеке имени Сабита Муканова прошел круглый стол, посвященный Дню Конституции Республики Казахстан. В зале госслужащие, педагоги, сотрудники специализированной службы охраны, курсанты Академии Нацгвардии РК обсудили темы равенства прав и обязанностей всех граждан страны, гарантированных Конституцией. Конституция у нас была еще принята 27 лет назад, происходили разные изменения. Они были приняты изменения в Конституции в 98-м, в 2007-м, 2011-м и в 17-м, 19-м. Последние самые крупные изменения это вот произошли 5 июня. Весь народ заявил, что Конституция изменится, значит, он поддерживает политику. А для специалиста отдела администрирования индивидуальных предпринимателей городского управления госдоходов Айтмухана Рахимова эта встреча стала особенной. В канун государственного праздника Дня Конституции он принял присягу. Я закончил Северокавказский университет имени Манаша Козыбаева в 2019 году по специальности юриспруденция. В апреле месяце сдал тесты на госслужбу, далее прошел конкурс на вакансию. В этой торжественной обстановке я сегодня принял присягу. Также в дальнейшем буду ответственно исполнять свои служебные обязанности. Говорили за круглым столом об изменениях в Конституции и значимости прошедшего референдума о консолидации общества и казахстанского патриотизма. В библиотеке подготовили тематическую книжную выставку. Анастасия Кузнецова, Александр Янсен, МТРК.